Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон, и, ребята, в принципе, сейчас я так думаю, что мы уже, не знаю, прокачаем ли мы орб уже, но, в принципе, давайте прокачаем тех покемонов, которых как бы уже у нас прокачаны, да, и больше так у нас в компьютере и нет кого качать, как я понял. Так, сейчас. Давайте сначала все это поскладываем в сундуки, что там есть и что там, в принципе, можно поскладывать сейчас. Ну да, давайте все это поскладываем и пойдем дальше прокачивать наших покемонов. Так, вот так, сюда что можно? Вот это, так, сюда. А, и сюда, вот так. Так, ребята, пошли мы дальше прокачивать покемонов. Сейчас возьмем еще кого-то на прокачку, если, в принципе, у нас там кто-то есть. И, сейчас, у Иви, да, у Иви тоже там немного счастья, ну, как бы уже нормально, да, счастье, она уже, в принципе, должна уже почти что эволюционировать. Так, сейчас. Так. Ставим. Это мы тоже ставим. Берем вот этого на прокачку. Сейчас. Так. Берем мы его и идем прокачивать. Так. Пошли. Сейчас, 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 сейчас. Может еще где-то. Тут, например, покемон босс будет. Нет, тут нету. Вот, например, где-то вот тут еще. Тут тоже нету. Тут может. Тоже нету, ладно. Так. И отлично. Так, пошли мы, ребята, на остров. Сейчас. Идем мы на остров прокачивать еще покемонов и прокачивать орб. Так. Да чё ты сейчас? Так, все, идем. И прокачиваем дальше, да. Ну, я не знаю, успеем ли мы, как бы, сможем ли мы прокачать, так как, в принципе. Ну, не знаю, не. Немного, конечно, там еще осталось в орбе, ну, чтобы его прокачать, но, в принципе, фиг его знает. Так. О, отлично, Иви уже эволюционирует. Отлично. Давай. Давай. Отлично. Вот такая. Так. Отлично. Ну, потом, в принципе, еще можно будет словить Иви, если, конечно, найдем. Так. Ну, а вот сейчас, ребята, давайте прокачивать орб. Да. Еще немного осталось. Я так думаю. Ну, хотя, в принципе, нормально так еще там. Так, ладно. Есть еще кто-то? Так. Тут кто-то. Так. Вот вы в бою, да? Так. Не знаю, все-таки я так думаю, не успеем мы прокачать орб, я так думаю. Ух, отлично, уже этот покемон не эволюционирует. Давай, давай, давай. Давай. Ух, ни хрена себе.
И клинк эволюционирует. Отлично. Давай, вот только что-то ты не показываешь, ну ладно. Ну. Так, все. Отлично. Вот. О, сейчас, секунду. Его мы убьем. Так. Ну. Вот так. Ух, мастербол выпал. Так, сейчас, ребята, идем вот сюда. И вот он. Офигеть. Прикольный покемон. Реально офигенный. Так, и вот. Еще и вот этот. Ну, это... Ну, ладно, сейчас так. Ух, нужно действительно еще половить покемонов. У нас же покедекс, не знаю, насколько там заполнен. Я уже забыл, если честно, сколько там писало. Но, в принципе... Еще есть так нормальное количество покемонов, которых мы можем словить, да. Еще я так думаю, в принципе, нормально, да. У нас же еще одного фосила нету. Нам еще потом нужно будет фосил поискать. Один фосил остался, как я знаю, да. О, еще немножко орб заполнился. И, в принципе, и потом у нас уже будут, ну, сейчас там покемон босс был. Да. Так, вот он. Ух, 4 алмаза где-то? Отлично. Так. Нам это... А, ну, в принципе... Так. Фу, алмазы действительно будут нужны. Нужны. Так, ребят, я так думаю, что можно уже будет начинать ходить в наши стадионы, как бы в данный момент нужно достроить там еще стадион, да, и уже, в принципе, я думаю, можно будет в него пойти. Но суть в том, что стадионы у нас не так уж и много, но, в принципе, ребят, я так думаю, если прокачаем уже Артикуно, то потом, как бы, до тех пор, пока мы будем копить алмазы на покупку, еще одного алтаря, да, то я думаю, можно будет походить в те же стадионы, да, и в принципе, да. И так, что я еще хотел сказать? По поводу действительно стадионов, как бы сейчас два стадиона, один, можно сказать, ну почти что два стадиона у нас есть. Я уже один выбрал, но еще как бы, так, там еще покемон босс, но он походу в земле, поэтому... Не буду я туда рыться. Ладно. Как бы, ну, если так считать, есть где-то... Ну, почти два... Ну, один стадион как бы есть, да. А второй еще... Я уже выбрал, да, один, но и очень немного там нужно... Ну, короче, поставить, да. И еще, ребята. Действительно, я говорю, вот у нас орб там заполняется, да, еще немного так осталось, я так думаю. И когда мы его, ребята, заполним, я еще расскажу, можно будет уже начать ходить в стадионы. И, ребята, нужны еще стадионы, действительно. Я еще расскажу, что вот сейчас как бы стадионы не хожу, потому что вот уже нужно докачать вот этот орб, да. Когда мы его докачаем, то я уже, ну, как бы можно уже будет ходить в стадионы, да. И, ребята, еще раз скажу, вы можете строить все, что хотите, можете строить стадионы, там же стадионов куча, да, там огненный, ну, короче, все типы покемонов, и там еще есть какие-то, да, там, ну, короче, куча типов всяких стадионов, да. Еще раз скажу, вы можете строить стадионы любые, на ваш вкус, на вашу форму, как бы, какой стадион может быть, короче, что вы можете придумать, да, без тренеров, ребята, просто обычный стадион. Тренер я уже потом, может, ну, как бы сам добавлю, да?
Главное, чтобы тренинг действительно был отлично сделан. Еще раз скажу, ребята, вы можете строить не только стадионы, можете строить там, например, дома, магазины, какие-то статуи, например, те же статуи покемона, да, можете там для водного стадиона поставить статую вот какого-то водного покемона, для огненного покемона еще что-то, и может потом сделаем как бы какой-то огромнейший музей там со статуями покемонов, что-то такое, да, действительно, ребята. Ну, в принципе, это если вы имеете желание, то стройте. Я говорю, не только стадионы, а все, что вы хотите. Если это будет офигеть, ну как бы, если будет, если красиво будет это здание, да, то, в принципе, я скажу, можно его будет выбрать, и если оно будет действительно офигенное, можно его будет добавить на карту, и оно будет у вас, и ваше здание, что вы построили, и если оно будет отличное, да, то можно будет добавить на карту, и под тем зданием будет ваше имя, что вы это построили, да, и я так думаю, что можно будет потом пригласить как бы того, кто построил это здание, если оно как бы отличное, красивое, если как бы его выбрали, да. Так что, ребята, если хотите, стройте, еще раз скажу, и в принципе, да. Так, сейчас уже давайте докачаем этот орб, сколько там еще. Ну, я так... Не очень много, я так думаю, но, в принципе, и так нормально. Так, ладно, идем мы домой. Еще действительно, вот сейчас нужно еще покемонов так наловить кого-то, так как... Не очень много покемонов есть. Как бы вот, уже вообще покемон для прокачки нету, и нужно словить. Кого бы можно словить? Ну, вот Иви, действительно, можно словить Иви еще, если найдем... И, в принципе, не знаю, еще может кого-то. Так, ладно. Сейчас уже давайте докачаем этот орб. Попытаемся его докачать. Не знаю, успеем, не успеем, но... Нужно его все-таки докачать. Так, давай, давай. Быстренько попытаемся. Так. Давай. Давай. Артикуна уже. Сколько там еще? На, ну не знаю. Ну, в принципе, еще так нормально. Так. Так. В горах не скажу, что есть много покемонов, которых как бы можно словить. Сколько там еще есть? Приблизительно, я так думаю, еще где-то может 1-2 покемона. Метанга у нас нету, как я знаю. Да, в принципе, и все. Изначальных покемонов, вот то, что действительно изначальных покемонов у нас нету. Пиплупа вроде. И вроде все. Тюртвига, да, еще нету, как если я помню, его тоже нету, да? Еще вроде кого-то нет. И Бульбасара нету, да, вот кого нету. И тоже потом будет попытаться найти, нужно будет. И кого еще нету? Виппинбелла нету, как раз я его сейчас там видел. Беллспрута, типа первая эволюция. И, ну, Иви, конечно, есть куча всяких Иви в любую форму. Ну, как бы не любую, но можно ее превратить во много эволюций. Ну, как бы... Твою мать. Ладно, ну, как бы можно ее превратить, ну, в любой тип, можно и так сказать. У нее есть... Ну, не в любой тип. Ну, как бы да. Ну, не, давай уже орб качайся. Уже почти. Ну да, действительно, счет Иви, можно и много, как бы, типов у нее есть, да. Ее тоже можно ловить много. Вот насчет покеболов, фиг его знает. Не так уж и много их у нас есть. Но только что, и только если вот с этими ловить, да. И, в принципе, насчет легендарных, как бы, еще тоже парочку нету. И одного фосила нету, да.
И, в принципе, больше я покемонов таких и не знаю, которых у нас нету. Фиг его знает, честно. Ух, сколько их тут. Так. Давай. Угу. И вот тут еще их нормально так. Так. Ну, я думаю, что еще не прокачаны. Еще нужно немного прокачать. Так. Давай. Нет, еще нет, еще нет. О, ну Старми у нас нету, да, то есть Старию. Ее еще можно словить Тентакула или Круэля, да, как бы. И, в принципе, больше я так, если честно, уже не знаю. Тут еще одного покемона знаю, но забыл его имя. Ну, в принципе, у нас уже есть, да. Он, но как бы есть еще его, еще одна эволюция. Да, забыл его имя. Ладно. И дай больше, если честно, уже не помню. В лесу так есть еще парочку покемонов, которых у нас нету. Так, ну давай уже прокачивайся. Ну, в принципе, уже 4 эволюции было. Или сколько? 3? Еще вот в этого, что мы сейчас качаем, может, не знаю. Так, вот. Так. Прокачанный уже орб или нет? Ну, кажется, что да, но я так думаю, что еще нет. Так. Это кто там? А, Гровая? Да. Ну, в принципе, он у нас уже есть, поэтому... Так. Давай. Так. Сорок шестой уже. Я уже не знаю, прокачан его, нет, но я так думаю, что уже. Что уже да. Я фиг его знает. Все, и нет уже вот этих, ладно. Так. Идем мы домой, ребята. Так. Ну давайте попробуем. Еще нет. Давайте сейчас, может, ищем парочку покемонов поищем, если, конечно, найдем. В лесу. Давайте поищем где-то вот тут. Так, давайте вот сейчас Иви нету. Я думаю, что он как-то вот так пишется, нет? Давайте вот сюда пойдем. Волторба у нас еще нету, точно вот вспомнил.
Так, ладно, давайте покажем, что еще. Вот сюда пойдем. О, покемон босс. Так, где он? Он вообще тут? Нет? А вроде тут. Сейчас. Так, ребята, опять что-то майн крашнулся. Ладно, давайте, может, еще поищем боссов, если, в принципе, найдем, то будет отлично, покемонов-боссов. Если не найдем, то не найдем. Так, действительно, нужны нам все-таки же алмазы, конечно же, потом для покупки еще одного алтаря. Давайте попробуем найти. О, нет, это лава, показалось так. Так, тут нету чё-то никого. Нету чё-то вообще боссов. А ну тут может чё-то? Нет. Нет. О, болото, точно, болото. Тут же есть такие покемоны, которых у нас еще нету. Вулпикс, какой нафиг Вулпикс? Тем более это мой. Как он вообще за мной? Ладно. Ну я не знаю, есть ли он у нас, но как бы тут не показывает, что есть он у нас, поэтому давайте попытаемся его словить. Ни хрена себе, это он с одного удара столько мьюту снес. Или, давайте попробуем словить. Словим. Отлично, словили мы его. Так, давайте еще, может, кого-то найдем. Кто тут есть? Кто тут еще есть? Вот, тебя тоже можно словить. У тебя еще есть. Так, сейчас. Так. Отлично. Так, еще может кто-то... Да чё ты за мной бегаешь? Откуда ты... Чё ты это... Фиг его знает. Так, кто тут еще есть? Давайте сюда пойдем. Больше походу и никого нету. Ладно. Давайте еще может сюда сбегаем быстренько. Кто там что-то сказал? Ладно. Так, тут никого.
Воу-в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 оу-
Тут тоже никого. Так, еще может сюда. О-о-о-о-о-о. Так. Еще кто-то? Попробуем еще, может, кого-то найти. Тут, походу, уже никого нету. Ладно, идем мы домой, ребята. О-о-о-о-о-о. Так, где он? Ух, он в земле, да? Нет, не хочу туда рыться сейчас. Так, ладно. Ребята, давайте, в принципе, на этом уже закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.